Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео будет о распаковке посылки из магазина Simaland одежды для моих питомцев. И сегодняшней моделью у нас будет Филечка. Вот он у нас уже лежит. Филя! Вот, познакомьтесь, вы его редко видите в моих видео, но надеюсь, он будет появляться почаще. Я его стараюсь никогда не напрягать. Это связано с тем, что... Ну, ему уже 9 лет, скажем так. Он у нас самый старый член семьи, да, Филюша? И, в общем, он такой очень характерный песик, поэтому его я стараюсь трогать намного реже, чем всех остальных. Но сегодня он у нас поучаствует. Итак, и начать я хочу, естественно, с покупок для Филюши. Он нам сначала фотомоделью поработает, а потом мы его отпустим. Ну и, возможно, пригласим других моих собак. В общем, для Филюши приобрела вот такую вот курточку. Я до этого такую куртку покупала в фиолетовом цвете и брала я ее для Мишани. К сожалению, здесь размер не указан. И на куртке, по-моему, тоже. А, указан, девочки, 14. Но эти куртки маломерки, обратите внимание, потому что Филя у меня маленькая собачка. А по размеру For My Dogs Филя у нас 10. Поэтому он самый маленький. Кстати, кто не знает, вы часто в моих видео видите Мишу. Вот Миша – это Филин сын. Филь у нас маленький, а Мишань у нас большой. Но Миша у нас кастрированный. Итак, вот такую вот курточку я купила. Обратите внимание, она вот так вот интересно переливается. Очень красивая. Мне понравилась, когда взяла фиолетовую, решила взять вот такую голубую. И хотела еще взять розовую для Эвочки, но, к сожалению, розовую уже разобрали. И внутри вот такая вот голубая подкладка. Курточка непромокаемая и тепленькая. И, кстати говоря, очень-очень легкая. Вот тут вот у нас резиночки. И на брюшке у нас три кнопочки. И на самом-самом вот внизу две кнопочки. То есть, если у вас по пузику собачка худенькая, то можно застегивать не на эту кнопочку, а на эту. Я вот застегиваю на эту. Вот. И заодно, когда собачка ходит в туалет по-маленькому на улице, она никуда не заливает. Ну и вот тут внизу есть такая утяжечка, если вдруг, чтобы курточка не топорщилась, чтобы это все очень красиво на собачке смотрелось. Ну и сейчас мы примерим. Филя, Филюш, иди ко мне сюда. Вот Филюша не очень любит выполнять команды. Иди ко мне быстренько. Быстрее, быстрее, быстрее. Филя. Давай, 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 давай. Молодец. Ну, давай топай. Нет, Филюша. Ой, девчонки. Сейчас будем мы. Филюшка вот очень характерный. И заставить его что-либо делать практически невозможно. Вот. Сейчас я его одену и вам его покажу. Опа. Так, ну вот на Филе смотрится вот так. Тут немножечко топорщится, поэтому Филюшке буду вот тут немножечко утягивать. Опа! Вот, смотрите. На Филе смотрится очень-очень тоже хорошо, Филь. Ну, вот, вот такой вот он у нас товарищ. На камеру работать он совсем не любит. По размеру, по длине подходит. Все очень хорошо, аккуратно выполнено. В рукавах все также очень хорошо, нигде ничего не жмет, нигде ничего не давит. Сейчас я вам чуть-чуть наклоню. Вот. И, в общем-то, я довольна. Филюш, молодец, поворачивайся. Можно чуть-чуть ослабить. В общем, вот такая вот куртка. И сейчас мы с вами посмотрим, если нам Филя покажет, как это смотрится на брюшке. Филя, подойди, пожалуйста, ко мне. Подойди быстро. Бегом. Иди сюда. Молодец. Опа. И на брюшке, девчонки, это выглядит вот так. Я его не буду класть, потому что ему не совсем это нравится. В общем, вот такая вот модель куплена в этот раз для Фили. И сейчас мы продемонстрируем вам следующую курточку. Для Фили куплено их две. И Филю мы отпустим. Потому что надолго его не хватит. Наверное, я буду немножечко послабее делать вот тут утяжку. Но так и в целом, в общем... Куртка классная, я вам ее рекомендую. Но обратите внимание, что маломерит. Наверное, на размер. Это точно. Так, еще я купила вот такую куртку. Я ее уже распаковала, потому что, когда вскрывала посылку, пакет был рваненький, я его выкинула.
Такую же курточку я тоже заказывала для Мишки. Брала сине-красную. Для Фили решила взять рыжую. Вот такой зеленый болотный цвет. Здесь у нас 5 кнопок. Рукава достаточно большие. Эта куртка Фили велика. Немного я уже примеряла. Сейчас мы тоже примерим. Вот тут вот есть петелька или отверстие для ошейника. В общем, курточка также потрясающая. Кстати, цена вот на эту курточку, по-моему, 950 рублей, на эту 970. Также она не промокает, также легкая, также очень-очень теплая. Так, и вот здесь такой воротник стоечка. Шейке будет тепло и комфортно. Филя, иди ко мне быстро, быстрей. Филя, Филя, ну-ка иди быстро. Давай, давай, молодец. Вот такой вот у нас Филя. И, в общем, в этой курточке, поскольку она нам велика, я решила, сейчас покажу где, вшить резинку в качестве утяжки. И тоже вот так же на карабинчик поставить, даже не на карабинчик, я не знаю, как это правильно называется, вот на такую вот штучку, чтобы можно было утягивать курточку. А так на Филе она смотрится тоже хорошо. Эта куртка. Опа, вот. Видите, нам... Так, сейчас я положу эту куртку сюда. Вот, по длине она нам хорошо, в рукавах немножко велико, но я думаю, что поскольку по объему она нам тоже немножко великовата, можно будет поддевать на что-то. Хотя куртка на самом деле очень теплая, и ничего не нужно туда поддевать. Но поскольку нам вот немножко велико. Тут я тоже не подрасчитала с размером, в связи с тем, что что-то велико, что-то маломерит, поэтому, девчонки, тут очень трудно предугадать. Но я все-таки эту куртку доведу до ума. Вот. И вот здесь, вот на этом уровне, видите, вот раз такая дученькая полосочка, вторая, третья. И на уровне третьей полоски снизу я хочу все-таки вставить вот такую вот такой утягиватель, чтобы было комфортно. Видите, какая тут стоечка, горлышко. Здесь все полностью закрыто. Филя что-то уже кайфует. Филюша, знаете, очень ласковый мальчик. Он очень любит сидеть на ручках. Вообще все мои собаки очень любят ручки, да, Филюш? Хороший. Вот. Так что, девчонки, также эти курточки рекомендую, но вот нужно более тщательно как-то подходить к размерам. Не знаю, вот с Мишанькой у меня тоже то получается, то нет, и здесь то же самое. Но, знаете, я считаю, что велико не мало, и то, что немножко великовато, можно довести до ума уже своими руками, чтобы лишний раз вот не делать этот возврат, обмен, потому что за то, что курьер приезжает на обмен, он также за это берет дополнительные деньги. В общем, вот такая курточка у нас у Филюши. И сейчас я вам покажу в груди. Вот видите, рукава нам великоваты, они большие. Ну и вот тут вот велико. Оп. Все, девчонки, на этом я Филюшу буду отпускать. И сейчас мы с вами будем смотреть следующие вещи, которые я купила. Не знаю, в кадр Филя пойдет или нет. Филюш, пойдешь или не пойдешь? Решай сам. Вот. Нельзя так делать. Ну вот такую вот курточку мы также приобрели. И теперь следующие покупки уже будут... Давайте начнем с носочков, вернее, продолжим. А все остальное уже будем звать остальных ребят. В общем, приобрела я несколько носочков еще. Взяла вот такие вот новогодние. Это размер S. Брала я их для Эвы и для Фили, потому что они самые маленькие. И стоили они, по-моему, где-то 87 рублей. Следующие уже все носочки, это размер M. Вот на этих написано, на этих написано вот... Сзади, если видно, вот тут вот. Ой, вот, камера как-то не очень хочет фокусироваться. Но это тоже M. В общем, взяла вот такие темно-синие со снежинками. Вот такие желто-синие со звездами. Ну и в полосочку. Вот эти можно было выбрать, а вот эти вот пришли рандомно. То есть тот цвет, который я бы хотела выбрать, нельзя было это сделать. То, что продавец положил, то и пришло. В общем, я не разочарована. Такие нейтральные цвета, они очень универсальны. И, честно говоря, расцветка достаточно приятная. Не разочаровали. И вот такие вот носочки размера M, они стоили где-то в пределах, по-моему, 96 или 94 рубля. В общем, вот такие вот я приобрела.
Следующее. Теперь мы, наверное, продолжим смешание. Не знаю, подойдет он к нам, например, или нет. Тоже не хотела бы я его мучить. Вот, заказала вот такой вот свитер 14 размера. Наверное, свитера будем без примерки. Вот такой вот с оленем. Не обращайте внимания на то, что он длинный. Когда он вот тут вот в грудке расширяется, длина немножко уходит. В общем, вот такой взяла с оленем. Он мне понравился, решила взять. Хорошая горловинка тепленькая. Тут вот у нас на передних лапах манжеты сделаны в качестве вывязанных резиночек таких. Вот достаточно они такие объемные. Ну и на ножки можно одевать вот такие вот, не знаю, как они правильно называются, лямочки, не знаю. Вот. Свитер мне также понравился. Стоил он где-то в пределах 600 рублей. И взяла, ну, знаете, он плотный, двойная вязка, по-моему, да. Он особо так сильно не тянется, как бы тянулся тот свитер, который... Ну, не двойная, а одинарная вязка. Поэтому он будет немного потуже. Ну, ничего страшного, когда у нас осень, очень будет удобно в них гулять. По весне я стараюсь одевать толстовки. А вот как-то свитера люблю на осень оставлять. Также заказала еще один свитер. Он заявлен 16 размера, но мне кажется, они приблизительно одинаковые. Я не посмотрела, что там написано «Цвета микс». На картинке был другой свитер, я не пролистала. И, в общем-то, мне пришло, то, что, опять же, положил продавец. Вот такой вот он длинный. Мне кажется, в грудине вот этот вот намного свободнее, чем тот. Ну и по длине он подлиннее. Ну, кстати, на Мишке длина как-то особо не отражается. Не видно, что он длинноватый. Я специально взяла 16-й, посмотреть, в чем разница. Ну, знаете, даже вот этот цвет микс... Ну, достаточно приятный, скажем так. Но за счет того, что вот тут вот все идет в полоску, а на попе такая большая морда панды, а Мишина попа кажется еще толще, когда я на него прикладывала. В общем, вот такая вот новинка у Мишани также появилась. Свитер связан точно так же, как и тот. Тут вот у нас в рукавах вывязанные резинки. И точно так же есть вот такие лямочки на задних лапках. Тут они, кстати, подлиннее, чем там. Но я как-то, знаете, не любитель одевать эти лямки на ножки. Ну и собакам как-то не особо моим, по-моему, нравится. Поэтому не одеваю. В общем, этот свитер также стоил где-то в пределах 600 рублей. И что еще я взяла для Мишани? Я взяла вот такую куртку бирюзового цвета, размер XL. А вот с этой курткой я угадала, как мне кажется. До этого я брала точно такую же куртку, но в размере 2XL и желтую. Ну, как бы по той размерной сетке, которая представлена на сайте, нам 2XL подходил. Но когда он пришел на самом деле, Мишанька в нем утонул. Поэтому я заказала еще вот такую вот куртку на размер меньше. И сейчас, наверное, все-таки курточку мы с вами на Мишку примерим. Сейчас я его позову, если он подойдет. Миша! Мишенька! Так, Мишу я поймала. Вот у нас Миша. Сейчас мы оденем курточку на Мишаню. Да, Филюша? Филюша, на башке уже что-то. Так, и мы с вами посмотрим. В предыдущем каком-то видео мы примеряли желтую. Вы можете посмотреть разницу, насколько желтая больше, чем вот эта голубая. Хотя, возможно, я сейчас желтую найду и быстренько вам покажу, в чем... Ну, как бы она по длине, насколько она длина, насколько в ширине. Так, сейчас я Мишку застегиваю. Так, Мишаня, присаживайся. Так, вот такая вот у нас курточка. Как видите, по длине она нормальная. В объеме она также нормальная, рукава хорошо. Вот эта куртка действительно тот размер, который подходит именно Мишане. Мишенька. Миша. Вот. Целиком полностью довольна. Куртка также не промокает. Тепленькая. Внутри она вот на такой теплой подкладке. Внутри слой синтепона. Вот. Поэтому ее можно также носить зимой для тех собак, которые не мерзнут. Ну или носить на тонкий какой-нибудь комбинезон и сверху одевать вот эту куртку.
Так, я уже нашла желтую куртку. Сейчас я вам покажу их в сравнении. С Мишки сниму эту. Так. Опа. Вот смотрите, девчонки. В общем, вот эта вот бирюзовая. Сейчас я ее подальше положу, чтобы длина была видна. И немножко опущу камеру. И вот желтая куртка. Так, сейчас. Вот так, наверное. Видите, да, по длине она побольше. Ну и по ширине, если класть, то вот настолько. Ну, естественно, эта ширина еще идет вдвойне. Поэтому, действительно, наверное, эта куртка 2XL, но она больше мерит. В общем, та размерная сетка, это вот надо вот покупать и в сравнении подбирать, скажем так. Вот с этой курткой я теперь не знаю, что делать. Потому что она большая. И, естественно, Мишку я в нее уже наряжать не буду. Потому что приобрела вот эту. Ну, не знаю, будет лежать, наверное. Такая вот. Куртка хорошая. И та, ничего не могу сказать. Качество отличное. Цена такой куртки 980 рублей. Вот, но, знаете, соответствие цены и качества как бы соответствующее. Поэтому не жалею. Жалею только вот то, что вот лоханулась вот с этой курткой. Ну и последняя куртка, которую я купила из вот этой же серии, которую я вам рыжую показывала. Эту я взяла для Эвы. Сейчас я ее открою. Размер на куртке не указан. Будем, вернее, на упаковке. Будем смотреть здесь. Вот тут 16 размер. Но Эва у меня не 16 размера. Еще раз повторюсь, куртки маломерки. А внутри она темно-темно-синяя, прям такого черничного насыщенного цвета. И вот тут вот розовая. Точно так же она напита синтепоном. А, синтепоном, да, вот тут вот у нас рукава огромные для Эвы. Буду что-то придумывать. Возможно, буду что-то, вот какую-то утяжку вставлять. Вот, а так, в общем и в целом, куртка хорошая, мне понравилась. Во-первых, меня привлек цвет. В последнее время мне прям цвет фуксии очень-очень нравится. Вот, и, возможно, сейчас я и Ваську позову, если она придет. Эва, Эвочка, иди быстрее ко мне. Иди, идет девочки. Иди быстрее, быстрее, быстрее. Ну, что за зарядка, Эва? Иди быстрее сюда. Вот, сейчас я вам ее покажу. Она у меня уселась, такая деловая колбаса. Иди ко мне. Быстрей. Эва, быстрей иди ко мне. Эва. Опа. Девчонки, поймали мы мою звезду. И сейчас мы будем примерять с Иваськой куртку. В этой посылке ей досталась только одна обновка. Это только куртка. Вот. Но я думаю, она не в обиде. Для нее и так всегда все покупается. Так, сейчас мы быстро одеваемся. И вам показываем, что у нас с этой курточкой. Да, она ей великовата. И в рукавах, я смотрю, она ей великовата. Сейчас. Эва, поднимай пузо. Так, ну и, наверное... А в объеме, кстати, не очень заметно. Опа, в длине она ей великовата. Вот. В общем, вот такая куртка. Цвет классный, мне нравится. И, Вася, вот смотрите, в рукавах очень-очень, конечно, велико, но рукава я буду ушивать. И вот эта куртка Эвочки длинновата. Эв, поднимайся. Опа! Вот, видите, она ей даже... Ее бы длина вот эта вот отрезать даже можно вот так. Но для меня это не страшно, тем более это не кобель. Там по животу у нее все хорошо. Тут я так и оставлю. И эту куртку мы будем носить зимой на комбинезон. У нас есть флисовые комбинезоны. Вот. И я думаю, что... Ой, Ива, сядь, пожалуйста, в камеру. Я думаю, что на комбинезон, плюс вот тут вот я немножечко затяну, все будет просто отлично. Эв, ты где лазила-то вся голова какая-то грязная? Вот. В общем, вот такие вот покупки у нас были в этот раз. Сейчас я вам покажу на брюшке, как у нее. Иди ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. Опа. Вот, на брюшке тоже немножко великовато. Видите, да, какие большие проймы в рукавах? Но это ничего страшного. Это я ей все подделаю. Но тут не принципиально. Здесь не топорщится, не торчит. Это страшно для кобелей, когда очень сильно здесь отвисает.
И, естественно, тогда собака будет справлять свои дела на улице не на травку или куда-то там, а именно себе вот в курточку. Но у девочек это не так критично. Поэтому я также довольна. Размер вот такой розовый был, по-моему, большие самые, и вот этот. Не знаю, вы знаете, там иногда подвозят, поэтому размеры обновляются. Сначала нет, например, свитера, потом они появляются. В общем, это надо отслеживать. Я вам оставлю ссылку на магазин. Вы тогда, кто заинтересовался, вы тогда сами зайдете и посмотрите, поищите то, что интересно именно вам. В общем, на этом все мои покупочки одежды для моих собачек закончились. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было для кого-то полезным. Подписывайтесь на наш канал, если вам он интересен. Ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Нам всегда приятно. И до новых встреч. Всем пока-пока.